Так, к вопросу о переделке обычного дорожника под баран и установке ручек типа револьверов. Значит, поставили обычный баран, поставили обычные ручки и добились очень маленького зазорчика. И модуляции нам вполне себе хватает. То есть зазор и с этой стороны, и с этой стороны порядка там 2 мм. Колесо вытянуто, оно не сильно бьет восьмерку, хотя восьмерочка все равно есть на этих ободах вместе шва. И, скажем так, силы нажатия модуляции достаточно. То есть вот он начинает тормозить в такой глубине. Но ручку можно вообще продавить аж до самого конца. То есть она немножко ходит тут по такой странной траектории. Но тормоз тормозит достаточно хорошо. То есть хватает силы нажатия и на вибрейке в том числе. То есть не обязательно под револьверы ставить клещи. Можно добиться и хорошего торможения на вибрейках.